Итак, первый талант у нас озлобленность. Она повышает нашу скорость атаки от нашей вышки, зверя внутри, которая постоянно поддерживается и, соответственно, не спадает. Дальше, мы берем взгляд во тьму. Это наш отрыв, который поможет нам либо догнать цель, либо от нее уйти в инвиз. Следующий талант – это зажигательный эликсир. Зажигательный эликсир – это наша кьюшка, которая постоянно, собственно говоря, дамажит и как и ботов массово, так и игроков. Опытный дуэлянт советую не брать, потому что во время смерти бонусы к урону теряются. Дальше у нас идет хватай за горло. Хватай за горло – отличная ульта, чтобы ворваться и ваншотнуть кого-либо. Плюс есть бонус к тому, что когда вы убиваете именно этой ультой, она мгновенно восстанавливается, и вы можете заново ее использовать. Проклятая пуля, она хороша, конечно, но лучше использовать ее только на Чугале. Больше я не вижу персонажей, которые она прям сильно подойдет. Любых других персонажей вы просто будете очень быстро убивать. Дальше идет у нас свободный удар. Свободный удар, он увеличивает дальность действия свежевания. То есть в облике Моргена наша кьюшка будет сносить куда дальше. То есть вы будете охватывать большую область и убивать как можно больше персонажей, либо задевать их. Дальше идет альфа-убийца. Альфа-убийца — это дополнительный процентный урон к нашим автоатакам. То есть вы можете бить Диабло, у которого 7000 здоровья, и вы каждой автоатакой будете сносить ему 3% максимального запаса здоровья. И последний талант — это зубы и когти. Наша кьюшка в облике Воргена дамажит еще больше. Это очень приятный бонус для того, чтобы и дефить линии от ботов, и в массовые стычки убивать как можно больше персонажей вражеских. Ну а теперь переходим к практике. Как только мы увидим цель, мы врываемся при помощи Ешки, юзаем нашу скорость атаки, то есть Вэшку, и дальше бьем кьюшкой и автоатаками. Остается у нас наша ульта для того, чтобы цель догнать, напрыгнуть на нее и добить. Как видно, мы убили цель очень быстро, даже не использовав ульту. Пытаемся повторить то же самое. Ждем нашу жертву. Цель найдена, и врываемся. И закрепим это третьим разом. Также вы можете добивать цель просто ускоренными автоатаками. Кидаем нашу кьюшку через ботов, и наша кьюшка попадает в вражеского персонажа. Также можем этой же кьюшкой кидать в строение вражеские и через это строение добивать вражескую цель. Убив цель ультой, эта ульта мгновенно восстанавливается, и мы снова можем ее применить.